Я оптимист, я надеюсь, что все-таки вот это 20-летие Путина – это не система. Мы не были обречены, мы не шли туда. Развалилось. И что ожидали россияне? Какой стране мы будем? Вся путинская элита, она абсолютно коррумпирована, и она абсолютно колонизаторски настроена. Они все свои семьи, своих детей, свои активы переместили на Запад, а к нашей стране они относятся как к такой зоне свободной охоты. В Лондоне до сих пор живут коррупционеры. Почему в Лондоне до сих пор живут коррупционеры? Потому что эти коррупционеры кормят огромное количество замечательных лондонских юристов. Эти люди, они будут очень цивилизованы, нам будет с ними приятно поболтать, если они будут сидеть рядом, у них будет галстук и прекрасные манеры, и они будут обслуживать совершенных полнейших бандитов. Все люди, которые здесь живут, они хотят жить как в Европе. Я надеюсь, что спустя 10 лет мы будем, если вы будете брать у меня интервью, я вам расскажу, как нам удалось побороть систему отмывания денег. Спасибо. Я оптимист, я надеюсь, что все-таки вот это 20-летие Путина – это не система. Мы не были обречены, мы не шли туда. Развалилось. И что ожидали россияне? Какой стране мы будем? Вся путинская элита, она абсолютно коррумпирована, и она абсолютно колонизаторски настроена. Они все свои семьи, своих детей, свои активы переместили на Запад, а к нашей стране они относятся как к такой зоне свободной охоты. В Лондоне до сих пор живут коррупционеры. Почему в Лондоне до сих пор живут коррупционеры? Потому что эти коррупционеры кормят огромное количество замечательных лондонских юристов. Эти люди, они будут очень цивилизованы, нам будет с ними приятно поболтать, если они будут сидеть рядом, у них будет галстук и прекрасные манеры, и они будут обслуживать совершенных полнейших бандитов. Все люди, которые здесь живут, они хотят жить как в Европе. Я надеюсь, что спустя 10 лет мы будем, если вы будете брать у меня интервью, я вам расскажу, как нам удалось побороть систему отмывания денег.